Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и смотрите игровой канал «Вредного енота». Сегодня мы посмотрим на игрушку Paladins Beta. Игрушка, не зная о чем, мне ее предложили записать, посмотреть, посоветовали. В общем, в паблике есть тема, где вы можете это посмотреть, куда можете посоветовать. Мне это вот в личном сообщении посоветовали, поэтому давайте посмотрим. Игрушка довольно странная, потому что я целых 10 минут ее регистрировал сначала, ему то одно не нравится, то другое, то третье. Кое-как я зарегистрировался, теперь ему не нравится имя моего игрока. А если я вот веду просто вот так? Тоже не понравится? Ты хочешь по-английски? Ему это тоже не нравится. Скорее всего, что оно уже занято. Ну ладно, давай вот так. По-английски. И фишка в чем? Я попытался зайти под аккаунтом Google. Ну конечно, почему нет? Давай вот. Бред... Не енот. Тоже как и аккаунт, собственно. Пытался зайти под аккаунтом Google. Да вот заколебали, бляха ты муха, а? Я могу сегодня поиграть или нет? Ну что за это капец? Я вот хоть бы написал, почему? Или занято, или нельзя там использовать вот тот нижнее подчеркивание, как сейчас, например. Ужас. Игрушка довольно странная. Когда я попытался зайти под Google, вроде сказал, все нормально, все шикарно, все молодец, запустил мне игру, захожу. Он пишет, имя и пароль неверно. Думаю, ну ладно, хрен на тебя, как бы. Навожу неверно, думаю, ладно, залез хоть вот в опции, у меня тут было открыто. В опции залез, все нормально, вроде все отлично. Настроил, думаю, ну ладно. Добро пожаловать на курс базового обучения, герой. Я подготовлю вас к полноценным боям в Paladins. И суть в чем? Давайте разберемся с движением. Вы можете двигаться... А ноги где? Короче... Это херня, я выйти из игры не смог. То есть, если у тебя логин, пароль неправильный, у тебя есть только кнопочка опции. И все. Из игры не смог выйти, я там кое-как через диспетчер устройство и так далее. Мне кажется, вот это гигантский, просто вообще огромный косяк, когда они уходят не на Escape, не на Alt F4, да отстань ты. Не тарахти, не на Alt F4, никуда не уходят, да я золото возьму. А ну да, игра-то не про это. Пойдем смотреть, что за игра. В данном случае ее так вроде как рекомендовали. Упокоилась. Какая она нудная. Так, что делать надо? Захватите цель и заработайте одно очко для своей команды. Что вы видите на экране? Так, здоровье постоянно отображается на экране. Хорошо. Ай. Там было сказано по-английски, что если будет 0, то все. Вы типа помрете. Ваш основной оружие, так, и создать иллюзию, чтобы вам было вкусно. Давай. Нет проблем. Ты что ли? Что же уча такая, знаете? Так, надо чувствительность еще уменьшить, обалдеть. Кого-то ты мне напоминаешь, кого-то персонажа. Кто-то, наверное. Да так, стреляем! Так. Отлично, теперь рассмотрим, что ваш первый способность это броски осколочный гранат. Во. Даже это время, что понял. КД, хорошо. Следующий способность беготня. Догоняй давай! Инь-янь, хрень. Ну, если я туда хочу. Пусти. Так, следующее. А, прицел. Блин. Ладно. Ты смотри, какой он шустрый. Кто стрелять? В тебя что ли стрелять? Так что-то как-то не особо-то удобно, надо сказать. Суперудар, залп. Ваше самое мощное оружие, суперудар, использует его, чтобы переломить ход боя в свою пользу. Использовать может только полностью заряженный суперудар. Чтобы завердить суперудар, наносить урон противникам, да. Ну давай, зарядим. А, все, зарядил, да? Ну да. Мираж, incoming!
The next area is a bit further, so we'll need to travel faster. Подожди. Это самолет-то... Ой. Чё это? Паник! Паника дали! Так, ладно, побежали. Ты смотри-ка, на коняшке скакаем. Да все, оставь своим обучением, у меня коня... Ой, коняку верни! Ну все, так неинтересно. Блин, а? Current capture progress is displayed on your screen. Watch out. An enemy is trying to contest the objective. When champions from both teams are on the objective, neither team will gain capture progress. Я-то думал, я что, радостно думал, коняшку дали, думал, нахрен мне обучение, мне уже ничего не надо. Они взяли, забрали. Ух ты, танк, 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 танк! Ой! Блин. Что надо сделать? А, сопроводить груз. Ну ладно. Куда ты лезешь? Так, тихо, тихо, пацаны. Пацаны, груз-то дорогой. Вы идиоты, вы если взорвете, тут пол карты нахер снесет. Вы думаете, что творите? Нельзя. Нельзя так делать. Твою мать. Взорвалось, нет? А, нет, нормально, все. Открыто достижение World Training. Хорошо. Какого хрена он мне вообще появляется? Я же не выключал, чтобы они не появлялись. Ладно. А, награды, очки. Я, короче, молодец, да? Точно, что делать надо? А, играть. Так, с бразильцами. Нет, давай с Европой пока. Нас. Давай простую осаду. Все, я готов. Игрушка, я так понимаю, вышла не совсем давно, скорее даже недавно. Тем более, кстати, вот это где-то видел. Чё? Пип! Ха! А кто еще есть? Не, нормально, нормально, меня устраивай. Лиза, пил. Короче, сейчас посмотрим. Чё, кого? А чё? А, у них пока не видно. Не знаю, что за игра, ну вроде как ее хвалят. Советую. Она еще в бета-тестировании, давайте посмотрим вообще, что за нафиг. Возможно, потом будет время тремя играть, почему бы и нет. Пока что, кстати, она бесплатная, потом я не знаю, будет платная она или нет. Если интересно, то почему бы и нет. Она мне чем-то напоминает, наверное... Overwatch, наверное? Я, честно говоря, правда, в нее не играл, только смотрел. Давайте глянем. Так, ну что, давай, енота в бой. Лесопилка. Я всех попилю. Бляха, да я красавчик! Чё это основная? Так основная, конечно. Время становления несомости устанавливается ради действия. Ваше оружие больше... Чё, все да... Так. А чё за курица? Ха! Ой, бляха, чё ты делал? Хера, у него круто! Бляха, муха. Ну ладно, погнали, погнали, побежали, всё. Давай, выпускай! О, для покупки чего? Или это что, это вот это? А у меня сколько? Ага, это оно копится или как? Щит, ладно, давайте пока ничего покупать не будем, давайте посмотрим. Я так понимаю, это, видимо, с уровнем копится и этот. Ох ты, нифига себе! Вот это зашибись! Вот это хорошо! Ой, блин, я потерялся. Это так классно, это мне уже нравится. Ты смотри, блин! Пенёк лиса, блин, нихера себе. Да получай ты, фашист, гранату. Сейчас подрываю нормально. О! Чё вы сделали без лисы и ноты? Ну, ни хрена бы они не сделали. Все. На мне все держится. А, точно, смотри, кредиты вон копятся, кстати говоря. В правом нижнем углу вроде как это оно. А покупать я только на базе, да? Ты кто? Ты меня змею своей не тыкай, да? Чё такое? Чё я сделал? Да нормально, смотри. Куда ты побежал? Спок, спок. Курица, курица, спок тоже. Ты, курица, ты тоже спокойствие давай. О, нормально. Лошпеки, куда вы против нас? Вон у нас. Сколько няшных. Вон птичка, енот. Ой, можно, да? Ух, можно. Хе-хе, прикольно.
Не, ну мне, в принципе, меня пушка-то это устраивает вполне. Где чё? А, вот. Дай тебе собака. Тут мне знаете, что нравится? Вот он щит поставил, а я защит закидывать могу. Дай тебе собака, замедление. Так, я что-то вот могу вот это сделать, я только не знаю, что это значит. Так, кто там еще остался? Блин, а у меня до сих пор, прикинь, не зарядилось. А почему до сих пор не заряжена моя суперспособность, моя курица? Чё эта курица делает? Так, подожди, замедление должно быть, вот. Кого-то мы замедлили. Да куда ты побежал? Во! Еноту сейчас кипиш наведет по полной. На тебе, собака, в полете, блин. Добьем. Нормально. Я косой, поэтому мне гранатомет вполне меня устраивает. Так. А чё, всё? Во, у меня, смотри, у меня ульта, или как она там называется. Конечно, наверное, ульта это в данном случае называется. Она у меня заряжена. Ну-ка, давай. Бляха, мне нравится эта игрушка. Короче, мы, походу, в нее будем играть. Это не в этот, знаете. Пока она, конечно, в демки пойдет. Но мне кажется, мы в нее играть будем. Игрушка шикарная. Ты смотри, блин, отвечаю. Давай, открывай, открывай. А, чё, я ж купить что-то могу. У меня вон 1000 кредитов, нихера себе. Освещение. Нет. 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 А чё купить? Давай вот это вот. И вот сразу вот так. Во. Все! Сейчас тут вообще такой кипиш буду наводить. Маленький лис. Но очень, сука, быстрый. Еще с гранатометом. Маленький лис с гранатометом. Да охренеть, да это... Ну-ка нахер. Че, курица? О, курица, погнали. Подожди, а ты ж... Ты ничего не понял? Че моя курица сделала, я не понял. Для чего она тут вообще была? Что она сделала? Почему она это сделала? Почему она ничего не сделала? Почему она умерла? Ой. Пацаны, тихо, тихо, тихо. Зарядов нету. О, ох, ёптать. Надо это, отхилиться. 3, 2, 1, давай, давай. Хил, пошел, пошел. А, отлично. Ты ни хрена, как я вовремя до этого-то успел сделать это, а? А не успел бы было, вообще печально. Меня просто забрали бы. О, погнали, так. Ну чё, сосунки? Давай. Читас, дритас, отсоситас, блин. Сейчас будешь у нас делать. Да куда ты ловишься своим щитом? Ах ты, ни хера! Лису убили, волки позорные. Не понял. Кто там такой смелый? Кто там бессмертный такой, я не понял. Гони сюда. Сейчас драться будем. Оп. Вот лошара промазал так. Так, ну чё тут, кто такой бессмертный, я спрашиваю, а? Чё лошьё? Нормально, у меня хп вон. Восстанавливается еще. А что вот это значит? Это, по-моему, прыгать я... А, я могу офигенно прыгать. Все, понял. Лошара! Давай, пошли всех уработаем сейчас. На тебе! В смысле ты не можешь? Как ты не можешь? Да она вон только в путь, блин. Ой-ой, там граната какая-то. Ах ты ж подло! Ой, да, надо было нажать. Я забыл, там что хп еще восстановить можно. В бою я забываю. А, это вот как меня завалили. Ладно, 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 припомню, падла. Вперед, мой верный поня! Для всех уработаем. Так, ну что, где вы там? Чё, чё так далеко-то? Может, как-нибудь нашивать быстрее будет, нет? Курица пошла, разбирайтесь нахер сами. Во! Я, кажется, понял, курица, кажется, взрывается нехило.
Это было бы, в принципе, логично, если бы она взрывалась так нехило. Я же гранатами пуляюсь, гранатами. Соответственно, если курицу допустили, она бегает и взрывается где-то хер пойми где. Это будет вполне логично. Блин, класс игрушка. Надо, конечно, толпой побегать, я отвечаю. Надо куда-то в этот... В смысле топ игроков? Да я круче был! Он где? Это гоблин? Он... Меня пародирует. Чё он сделал такого? Не, ну бля, так он, конечно, дохуя сделал. Ну так-то да. Да нихера он шмаляет, ё-моё. Охренеть. Так, а чё, я на каком месте? А я где? Лучше фланг, лучше передавая, лучше поддержка. Лучше... А я-то где? Алло! А как так получилось, что все такие молодцы, а я-то один такой не очень. Чё это? Уровень игрока второй мне дали, да? Бонус КП, все. Чё дали, очки? Кредиты, устранение. Это я устранил столько, да я вообще видите, молодец, смотри. Две смерти, смертельных, одна серия из 20. Да ты. А, я на третьем месте урон только. Че такое? Короче, что, я еще раз хочу. Погнали, погнали. Так, а вот их. Я вот этого хочу. Я опять за него, он мне понравился. Потом других посмотрю, но вот это вообще красавчик, мне вообще нравится. Респект и уважуха. Ну реально прикольный перец. Ох ты, нихера, дракон будет. Смотри, это пятый, что такое пятый? Это уровень или ранг или что? Водопад Ягуара. Что это? Смотри. Короче, у меня есть такие подозрения, что игра, скорее всего, будет бесплатная. Игра, скорее всего, будет бесплатная, что-то типа, как она называется-то, блин? Типа то же самое Dota и Wario for Storm, или как там от Blizzard, пародия на Dota. Мне кажется, она будет бесплатная, но за всякие плюшки вот такие будете покупать что-то. А, это конфигурация, все понял. Все. Так, давай что-нибудь купим. Срочно что-то покупать. 400 у нас есть. Так. Утилиты, боевой дух. А, о, нифига себе, суперудар-то. Да он так-то бесполезный. Хе-хе. Так. А, вот, давай вот это. Убийство и устранение. Нормально. Давай, 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 пошли. Ну пускай! Где моя лошадка? О, лошадку дали. Вот это хорошо. Куда бежать? Кого убивать? Короче, пацаны... А, вон захват вижу. Пацаны, короче, местные. Ох ты! А они откуда появились-то? Алло! Их ж не было! А, вот они, нихера! Кидалы! Ой-ё, тут да, это жестко было. Это они нас это. Развели, развели, да. Так, куда? Направо, да, вроде? Да вроде направо. Кто-то было обидно. Как еще не готово? Одна, давай, пошла. Я-то вот так могу накидывать, мне такая нахер разница. Все, наша. О, так нифига, он телепортер. На тебе падать. Это что, разбить надо или что-то надо? Что надо сделать-то, алло? Сломать? Я тебе дам иммунитет, ну-ка нахер. Ой-ой-ой, по мне стреляют зачем-то. Не надо по мне стрелять. Ай, блин, я полный. По мне стрелять не надо. Так, а чё, как захват-то или чё надо сделать же надо как-то? Это ж убрать надо херь. Пошел в жопу. Летает он, сука. А чё, где у меня фраги-то? Хер его знает, ладно. Не до фрагов. Во, чё, не я убил, нет? Да как не я? Где фраги? Я не поверю, что это не я сделал. А, короче, полторы минуты надо его продержать, тогда будет нормально.
Или что-то нет, что-то другое. Хе-хе-хе. Дура. Ты нихера бабахаешь-то. Тут кто-то слева где-то орёт. Кто что ли орёт? Я же говорю, слева, бляха, орут. Волки такой толпой на маленького лисенка нарвались, сука, шакалы. Вон, с двух сторон окружили. Так, давайте посмотрим пока фраги хотя бы. Что это? Какая-то шмотка есть. Устройством. Щитам. Давай вот это. Потому что, в принципе, она у меня херачит только в путь, получается. А у Е как бы... Ой, нихера, это база, нельзя ее захватить. Халашара, я понял, что она делает! Блин, я понял! Она всех куриц превращает! Все, я сообразил. Я-то думал, она курицу запускает, а она наоборот превращает в куриц. Все, я понял. Бляха, классная какая это. Ульта, я отвечаю. Да все, лошары проиграли, вы чё? Перезаряжай давай шустрее. Бляха, не успел, а я ж нажал. Ай. Хил не успел нажать. Ну, если нажал, ну поздно. Отхилиться не успел. Да он вообще читер, он смотри, где застрял. Че у меня по этим-то? Ой, у меня мало. Не вариант, не вариант пока покупать. Нихера себе! КП, КП, КП. Алло, гараж, не бывает так. Так, секунду, мне знаете, что надо? Мне надо срочно, давай срочно цели... Не надо мне-то. Блин, 800, да, не хватает, ладно. А в смысле? Подожди, что? А, просрали, да? Типа второй раунд, давай посмотрим, что есть. Строится щиты, да нету ни щитов почти. Так-то вот это хорошая штука. А, то есть я могу каждый по одной выбрать только, все понял. Давай тогда вот эту сделаем. Вот это надо еще будет. Все понял. Короче, мы по одной шмотке можем взять. Так, надо их как накидать, их надо сразу так сходу. Типа вот так вот, херак. Да нахрен на верхнего, нижнего лупим. Там разберемся. Вон, он все равно спустится, никуда нахер не денется. Во! Лашпейки. Ну-ка. Да, спасибо, остановил. Смотри, серии 4 у меня. Это убийство? Ничего. Не, ну курица, я отвечаю, курица такая классная. Ай, я ж про эту забываю, прыгалку. Да нас телепортируется, бляха, а? Хрен там! Ой, нифига себе. Ты аккуратней, друг. Твою мать, дебил! Ты что делаешь? Люди ж входят тут, стоят. Все, давай туда. Сколько там? 81%, давай. Нам продавливать надо, пора бы уже, все. Пацаны, пошли! Я с курицей разобрался! Я знаю, что такое курица, но она не заряжена. Пацаны, держись, 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 чутка осталось, эту атаку надо так продержаться. Почти уже. Во, смотри, ой. Да ты тут что забыл? Так вот, нихера бессмертный. Да хер на него. На тебе прямым. Жбан. Вот, смотри, сейчас курица. Пацаны! Короче, я прорвался, давай лупим со всех сторон. Тут еще курица есть.
Да все, тут вообще, блин. Лиса убийца просто. Отвечаю, тут вот такие дела он, смотри, творит уже. X5 или сколько у меня, серия 16 убийц, охереть. Я же прав? Ульт 17, что значит? А, процентов. Пошел нахер. Пацаны, стоять, 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 стоять. Изи, 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 изи. Отлично. О! Нет, ну смотри, меня это вообще устраивает. Особенно если бы еще вот так замедленная была. Так, быстро покупаем. Что покупаем? Вот это надо. О! Во! Шикарно. А, вот это укрытие хотел. Прямой, да? Да, во! Все! Отлично. Так, в смысле это, да. Вот это хорошо. Про 10 копеек у нас осталось. Ну ладно. Самое главное понять, для чего нужна курица. И надо ее, короче, активировать и долбануть прям в толпу. Тогда, я так понимаю, если у кого цепляет взрывом, тот превращается в курицу. У меня такое ощущение. Да, у меня такое ощущение. Что у них 2-4? А, процент, наверное, ульты. А что, третий раунд? Да они посюда пойдут, справа! Или слева. Или оттуда и оттуда. Да все равно гребут. Хоть слева, хоть справа. Нам-то какая разница, куда бить. Ой, дебил. Взлетела. Ты головой не ударился в потолок, а, друг? И взлетай-то под открытым небом надо. Он как наш, он, видишь, красавец какой. Знает, что делает. Не то, что ты не уч. Тебя прибегут. Что, захват нет? Давай. Меня перезарядить же ты. На, нахрен, кого я убил? Да по-любому тут самый результативный уже должен быть уже игрок. Ну или как минимум не самый беспонтовый. Все, лошпеки. Вот такие вот мы молодцы. Они вот такие вот, они лошпеки. Красавчики. Топ игроков. Да как так? Я лучше был. Я не верю в эти сказки, я был лучше. Ну, нихера, она снайпер, да? Будем знать. Какая за них вроде была, да? Она, да, она, по-моему, за них играла. Я хер его знает, что-то я не помню. Может, и за нас. Ну, скажи, что я хоть что-то завоевал там. Да опять нет нихрена. Ну, как так? Короче, обижают енота. Обижают. Награды. Ну, у меня третий уровень, мне какой-то сундук дали. Золотых что-то дали. Давай очки глянем. Кредиты, ну вот понятно, это наконец, это фигня. Смотри, устранение, да, на третьем месте. Ну ладно, смертей пойдет. Смертельных ноль! А что так мало? А что так реально мало-то? Исцеление, время, цели. Хер его знает. Короче, не знаю, что это такое. Ой, вообще не, что это? Пегасу. Пегаса. Нет. Где она? Главное, давайте на главное. Вот. Блин, прикольная игра. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Сундуки. А, ну-ка, за что покупается? За вот эти, да? А эти где покупаются? Просто хоть знать. Вы же по-любому захотите эту игрушку, чтобы вы знали, где что покупается. Так, все нормально. Чуть-чуть остановил мышки. Пошустрее, чтобы была в менюшке. А, так, мастерство. Так, ну то награда, понятная история, ладно, рейтинг, понятно. Профиль, ладно. Чё там? Ага. А это либо за голду, вот она, кстати, голда. Голду получают, дают за выигрыш, все понял. Это либо за это, или и за то, и за то. Ну не суть, ладно. А чё это? Кто это вообще такой? Кто такой? Король бомба, нахрена мне король бомб. А, это хэллоуинская типа фишка у них, все понял. А, так, что это? Ёб, тут нихера, ты смотри, какой. Какой модный. А что, нормально? Так, а, вот купить кристалл. Вот смотри, значит, да, игрушка будет по-любому. Я вот, прям вот уверен, что она будет бесплатная была, бесплатно останется. Все остальное, будьте добры. Ладно, предположим. Аккаунт буст. Ага, все, понял. А, использовать код. Нет у меня кода. Купить сундуки.
за кристаллы. А где их дают? Нет, вот я вот единственное не понял, дают ли кристаллы. Ага, за 400. Понятно. Так, магазин, все, посмотрели. Герои. Давай герои глянем, да. А, о, смотри. Заблокирован, чтобы его разблокировать. Мне кажется, по-любому тут не за кристаллы все-таки, а тут за золото можно будет. Наверное, е. Но у нас нечего разблокировать пока. На 1000-то хер мы что разблокируем. Хотя, может, что-нибудь новичок какой-нибудь есть. Вот за 5000. Бак. Бак. 5000. Барик. Следующая награда. Так. А, ну вот. За уровень пятихатку, да, дадут, я так понимаю, если мы его прокачаем. Все, понял. Те же конфигурации. Все, понял. Так, это что? Брок, нифига, ты как грудь сказал. Брок. Хорошо, ты кто? А там вроде у нас такой был, но я что-то не помню, что бою его. Хотя там бою в принципе ни хера не помню. Я как-то все быстро летал и мельтешило. Кто, Иви? Эту я помню, была. Она, по-моему, быстро очень дохла. Чуть ли не мгновенно. Ой, это я помню, это мы учебку проходили, учебку вместе. Учились, да. А так, это снайперша. А чего? Ага, вот, понял. Это кто? Так, птичку я помню. Бабу нет, птичку помню. Это кто? Ух ты. Черепаха. 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 Рок, как-то так ли. Носу пах. Смесь носорога и черепахи. Так, во, красавец наш, ну-ка. Маленький хер попадешь по такому, по-любому. Я, конечно, взял наугад, но потом понял его фишки. Я по нему хер попадешь. Так, давай посмотрим, что тут есть. Доктор зло. Какой-то. Это что такое? Не знаю. В смысле, почему разблокировать? А как разблокировать? Ага, специальная акция, нихера себе. Тут что? Ну, в принципе, костюмы, они однотипные все, вот эти вот статусы меняются. Тут немножко разные. Ну, да, прикольно, мне нравится. Бляха, нельзя разблокировать, да, жалко. Так. А, тут можно по отдельности, смотри. То есть, если что-то не устраивает, ты можешь по отдельности все это делать, скомпоновать вообще свое. Понял. Оружие. Мне тут больше нравится оружие. 125, нихера себе, что так долго. Ну, это тоже прикольно, кстати, тоже 125 собака. Эмоции, в смысле. Эй, красавчик. Вообще ништяк. Да нормально, я говорю, это все, это мой любимый перс, я отвечаю сразу, сходу. Как? Be careful, right flank. Ты че? Bye, left flank. А. Иди че? That is regrettable. Мне кажется, ему этот голос больше подходит. Конфигурации. Подожди, а как его, допустим, создать? Ну, а что сюда? А, ты нихера, ты смотри, как они замутили. То есть тут еще можно карты, все дела, потом покупаешь всякие, что ты хочешь, и вот, блин. Молодцы. Бляха, игрушка-то охеренная, реально. Короче, мне что-то подсказывает, что мы в нее еще будем играть. Так, давай следующего посмотрим. О, этот же был. Как он там? Прям маньяк-убийца, блин. Я смотрел, нихера, с пулемета, херач-херач, хуяк, два еще пулемета, блин. Это ульта, наверное, у него такая. Я вообще охерел. А что, а тут только оружие. Ладно. Конечно, надо тут посидеть, поизучать вообще. Так. Скай, что делаешь? Кроме как стоишь в красивой позе, дамочка. Если, судя по всему, ты ниндзя, раз у тебя такие эти. Судя по тому, что на каблуках ты ниндзя так себе. Ты любишь стиль ниндзя, но ты не ниндзя. Наверное, опа. Нормально. Так, ну ладно, что там еще есть? И последний. Давай я смотрю, мачо. Романтик мачо.
кстати, вот этот был, да-да-да, это щит постоянно, сука, ставил. Да-да-да-да-да, я тебя узнал. Кстати, он, это, смотрю, открытый. Вот это шикарно смотрится. Тоже нормально. А что, он щит не закрывает никогда, да, щит? Здесь шлем. Ну ладно. Эмоции. Ну-ка, понтанись. Ага. Мне кажется, он нестандартной ориентации почему-то. А, сундук сокровищ, нихера, давай откроем. Не, раз уж демка и так далее, обзор, так скажем, давайте уже полностью в игре пошаримся, что-то есть. Помимо боевки мы вот посмотрели этих. Вот, сундук у меня какой-то есть. Давайте посмотрим, что-то вообще бывает. Так, нам дали 700 голды, еще 1000 голды. Временно, так, неповиновение, каждое попадание увеличит вашу скорость атаки на 3, на 2 секунды. О, что-то я не понимаю, Вения, это для кого вообще? Какого класса? Временный арт. Хорошо, давай второй откроем сундук. В принципе, если за каждый бой будут по сундучку давать, это будет классно. А если за левел, то это будет не очень классно. Ну, хотя бы за победу за каждую. Тоже было бы неплохо. Так, ну в принципе, смотри. Кто мне друзья онлайн? Ты что ли? Я не знаю, кто ты. Ты не друг? Я не знаю, кто такой, Сань. Ой, смотри, как это классно-то, а. Стало вдруг. Или, наверное, так и было, да? Ладно, ну это бетка, чё, какие, ну, претензии-то? Претензий быть не может. Тем более бесплатные, прошу прощения, бетка. В принципе, в которую можно порубиться, поиграть, что-то понять. Так что... Так, что тут есть? А, это ютубное что-то. Тут тоже, да, ютубное. И тут ютубное, да? Все понял. А, ну... Все, что? Герои. Вроде посмотрели все. Что такое? А, это я. Ага. Единственное, пока не понял, за что дают кристаллы. Если они за что-то даются, в принципе, там, по одной штуке, там, за победу, еще что-то такое, то, в принципе, это классно. Если они вообще никак, ни за что, никак не даются, то это, конечно, печально, потому что по-любому будет хотеться чуть вот... Купить ему какой-нибудь, я не знаю, вот такой костюмчик, то такой, а на него никак ты не накопишь в любом случае. То есть придется в любом случае тогда бухивать деньги. Это будет немножко печально. Ну да ладно. Тут дело-то не в этом. А, это обучение. Все, давайте тогда на сегодня мы закончим. Игрушка классная, надеюсь, в принципе, вам тоже понравилась она. Потому что я считаю, игра довольно забавная получится. В принципе, такие игры, конечно, есть подобные. Но посмотрим, что и из этой выйдет. Пока что она мне дико понравилась. Посмотрим, как оно и дальше будет. Пока что это пойдет в демки. Даже не в обзор, это пока в демки. Потом посмотрю, может, время от времени поиграю или еще что-нибудь. И там уже будет видно. Если она действительно будет классной, когда она уже будет полностью выпущена. Уже не демка, не бета, ничего, а полноценная. Тогда мы, наверное, начнем ее или проходить, или играть. Ну, посмотрим, в общем, по ситуации. А пока все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репорты. Всем удачи, всем пока.